Рада вас всех видеть, слышать. Девчоночки, ваши упаковки пряжи. Сейчас я вскрою и покажу вам. Ну вот, я все разложила, сейчас вам буду показывать. Начнем, вот как прям лежит, так и начнем. Это у меня в руках сейчас Дива от Ализе. Это стретч, уже начали девчонки готовиться к лету. Вот такая упаковочка. Это цвет номер 376. Такой он красивый. Камера его прям передает, как он есть. Здесь в 50 граммах, ой, 100 грамм. Моток идет 100 грамм. 400 метров. Вот так, сейчас я хочу вскрыть. Девочки, показать вам метраж. Ой, состав, вернее. Что-то я сегодня растерялась. После отпуска тяжело собраться с мыслями. Она очень приятная на ощупь, прям такая. Прям из нее вяжут купальники, вяжут туники, вяжут топы, майки на лето. Получается, здесь эластик идет 8%, 92 микрофибры. Спицы 3,5-4,5, крючок 2-3. Вот так, вот такая она интересная. Дальше у нас идет Ализе Дива Амбре Батик. То есть это, так, это Дива Стрейч была, а это вот такая. То есть вот они, два таких блинчика идут. Два таких мотка. Один у меня, по-моему, даже свободный будет. Вот, здесь идет 250 грамм, 875 метров. Очень удобный такой моток, я считаю. Вот, можно платье сразу вязать, без отрыва нити, без всего, без узлов делать полотно. И это стопроцентный акрил. 7370 у него идет номер цвета. Тоже, это уже ближе к лету такая вот. Хотя вяжут и бактусы, и платки вяжут. Не сказала вам, крючки, спицы. Платья вяжут. Так, 2,5-3,5 спицы и 1-3 крючок. Интересно, довольно-таки пряжа, но я из нее не вязала. Я вам уже говорила, что еще очень много пряжи, с которой я не вязала. Если вы ею уже пользовались, пожалуйста, напишите, как вам она. Дальше у нас будет пряжа Bella Ombre Batik. Это 100% хлопок, тоже вот такие моточки. Давайте я вскрою. Вот, тоже на лето уже идет. Весна, лето. 250 граммовый моток, 900 метров матки. То есть, вот, и деткам вяжут, и себе взрослым. Кстати, очень приятная она на ощупь. Спицы 2-4, крючок 1-3. А номер цвета 74-29. Такая тоже пряжа. Дальше идет Flowers от Yernard. Его вы все уже знаете, но поближе я вам моточек хочу показать. Так, вот такой моток идет, ниточка вот такая. Можно вязать как из центра, так и снаружи. Здесь уже как вам нравится. Ну, обычного от темного, ой, от светлого к темному вяжут. Вот, это 270 цвет, 250 грамм, 1000 метров, 55 хлопка и 45 акрила. Вот, тоже и шали, и бактусы. Такое все не тяжелое получается, очень красиво. Ажуры любит, крючок любит. То есть, ну, наверное, каждая вязальщица уже знает эту пряжу, уже вязала из нее. Поэтому нет смысла что-то говорить. А дальше у нас опять вот такой ирис. 300 грамм в пасме, цвет 1706. 300 грамм, 1800 метров. Это ПНК имени Кирова. В два сложения идет такая нить. Вот. И еще оранжевый цвет. Коробки я вам сейчас тоже покажу. Вот такая вот нить. Тоже видите, какой цвет насыщенный. Здесь нам 7,12. Вот, кому интересно, могу показать вам сейчас. Это у нас крючки от Maxwell идут. Вот такая коробочка, в ней вот такой пакет.
И вот такой чехол. Я уже говорила о том, что я каждый чехол достаю, проверяю, чтобы не было никаких неожиданных ситуаций. Замки работают хорошо. И здесь вот такой набор крючков. От самого маленького до самого большого. И самый большой здесь 6,5. А самый маленький 0,50. Так что имейте в виду, вот такие они все идут. Вот. Металлические. Отправляю я, конечно, без вот этой коробки. Это лишние 20 грамм, но они тоже Почта России. Это, конечно, понимаете, да? Каждый грамм на счету. Но если девочки просят коробки, то я отправляю в коробки без всяких там проблем. Так, дальше сейчас я вам покажу лупу. У меня попросили найти лупы. Я нашла. Вот смотрите, она идет с подсветкой. Так, девочки, вот такая вот она. То есть она, видите, ободок одевается, лампа включается, увеличилки. В комплекте идут запасные стекла, плюс она работает на батарейках, но батарейки в комплект не входят. Так, сейчас давайте вскроем. Так что, девчонки, если... А, посмотрите, тут даже какие молодцы положили батарейки. То есть здорово. Идут запасные линзы. Вот такой блок. В них стоит вот этот агрегат 2200. Он поедет в коробке. Я его буду отправлять. Напишу еще, что это хрупко. Хрупкое. Поэтому вот такой вот контейнер идет с дополнительными линзами. В ней еще есть вот такая брошюрка. То есть как пользоваться, как что делать. Ну, я думаю, тот, кто просил, разбирается в этом лучше меня. Но я прям сегодня поразилась, когда коробку взяла. Я думала, там что-то поменьше будет, а там вот такая вот. Здесь есть на английском, вот, правда, все языке. Ну, в общем, и вот такой ободок. Он регулируется, девочки, снимать не буду. Вот она лампочка, да? Вот он ободок сам идет, то есть можно, видите, как делать? Это вот кто вышивает, кто вяжет где-то в ночи, да, и неважно, чем занимается. Может, человек пойдет, например, даже в теплицу, девочки, у кого сезоны, принимаю заявки, у кого сезон, в теплицу пошел. Сам фонарь одел, линзы можно не одевать. Подсветка такого образа. Тут вот есть вот эти регуляторы, то есть подкрутить можно все это. Ну и обычные вот такие мизинчиковые батарейки. Мизинчиковые? Да, это мизинчиковые батарейки. Так что, девочки, лупы у нас есть самые разные. А самый дешевый 200 рублей, понятно. Это который вот так держать, как Шерлок и Холмс, такие маленькие. Вот. Но в любом случае, все виды луп, какие я нашла, я девчонкам предложила. Поэтому, девочки, если вдруг нужно будет... Не стесняйтесь спрашивать, потому что это не только для вязальщиц, но и для тех, кто вышивает, и тех, кто занимается еще чем-либо. То есть достану вам, если будет нужно. Но мы идем дальше к пряже. Дальше у нас Ангора Голд, Амбре Батик. То есть это как обычная, да, Ангора Голд, к которой вы привыкли. Только она в таких больших мотках по 150 грамм, 820 метров матки. Так, особая переходящая краска от Ализе. Эстетический трендовый внешний вид, преимущество бесшовной вязки. Ну, я вам не буду рассказывать, что из нее вяжут. Вы все это знаете. И без меня. Скажу только, что цвет это 72-44. И здесь у нас 80 акрила и 20 шерсти. Спицы 3-6. Крючки 2-4. Видите, какие тут нарисованы кофточки и платья. Красиво. Переходит так. И цвет еще вот такой. Такой цвет. Это цвет номер 72-45. Вот видите, тоже такой красивый цвет. Мне понравился. Так, идем дальше. Вот водопад. Я так в этот раз рада, что девчонки... поделились со мной, то есть я им написала, что я хочу себе брать мотки, возьму любые цвета, мне не принципиально. И поэтому у меня будет два мотка таких и два мотка кофе с молоком, сейчас покажу вам.
то есть на носочки я собралась вязать. Что-то кинулось, у меня вообще нету пряжи такой тонкой. Я уже вязала из водопада. Я ничего плохого про него не скажу, мне понравилось. Ложится сразу в полотно красиво, аккуратно. Я знаю, что кто-то вязал еще кофточки из него и вязали еще, дай бог памяти, шапки. Поэтому вроде носят, и девчонки говорят, что нравится. Водопад 76 и 30 капронов, 100 грамм, 400 метров. Пряжа не скрипит и не колется. Единственное, у меня будет пожелание, девчонки, не стирать ее все-таки в кипятке. Потому что я говорю, что я один раз упорола, так сказать, вообще нехорошее дело сделала. Я постирала шерсть в кипятке, и она у меня свалялась, превратилась в валенки. Ну, у меня такое бывает. Так, 73-41 вот этот цвет. А брать их можно помоточно. Моток вот этой стоит 260 рублей. Упаковка 2500. Это по водопаду. Здесь килограмм, потому что тут 10 мотков по 100 грамм. Но опять же можно брать от мотка, кому сколько нужно. Вот такая она идет у нас. Спицы 1-3 рекомендуют. Но я в прошлый раз носки вязала на 3,5. Ну, с моей вязкой я вообще не понимаю. Я иногда так слабо вяжу, что двойку-тройку можно брать. Вот этот цвет мне тоже понравился. Тоже уже расхватали, свободных нет. Зеленый, по-моему, есть еще свободных пару мотков. А вот этой нет. Мы как раз ее всю разделили между собой с девчонками. Красивый цвет такой. Ну, под заказ ее можно. Это 70-75. Вообще там и синий есть красивый. И оранжевый есть, и с красным есть. Очень много цветов, и они все красивые. Так, пойдемте дальше. Вот, сейчас я вам буду показывать. Это атлас, тоже ализе. Здесь идет 49% шерсти, 50% полиэстера. 51% полиэстера, 50 грамм, 250 метров. Вот такая она воздушная, легкая. Я из нее еще не вязала. Но я знаю, это цвет 55. Я знаю, что из нее тоже вяжут легкие кофты на спицах номер 5. А, вот. Если вы пользовались такой пряжей, то буду рада услышать ваше мнение по ней. Потому что я с нее еще ничего не вязала. Вот. Дальше пошли. Ализе Baby Best. Вот такая тоже красивая пряжа. Здесь у нас идет антипиринг акрил, 100 грамм, 240 метров. Вот, здесь идет 90 акрила и 10 бамбука. Спиц 4,5, крючок 2,4, вот такая пряжа. 189 цвет, то есть деткам можно вязать, пледы, шапки, рукавички, хотела сказать, извиняюсь, пинетки, кофточки, в общем, конверты, вот все, что хотите, то и вяжите. Я тоже такую пряжу еще не вязала. И вот такой цвет, это та же самая Baby Best, но это цвет 514. Так, дальше, вот такая пряжа. Это пуфи, как вы уже догадались. Ну, что у меня попросили, то я и дала. У нее останется еще свободные мотки. Я так поняла, что, возможно, она берет это все на плед, потому что она 4 цвета по 2 мотка взяла. То есть по 3 у меня еще будет свободно. Я не вязала ни разу этой пряжей, но, девочки, я вам советую взять хотя бы моток 2. И если у вас есть детки, внуки, дать им это будет интересно. Если малыши тоже, потому что она развивает хорошо моторику. Это пальчики, это петельки. Здорово. И ребенок занят некоторое время. Заказчица у меня вместе с мотками со своими получит журнал по пуфи. Там у меня, там есть схемы. Сейчас я вам покажу этот журнал. Вот такой журнал. Пуфи и пуфи колор. Вот вместе с мотками она получит вот такой журнальчик. Тут есть вот пледы. Какие что. Цвета здесь есть. И, собственно, какие пледы можно повязать. То есть идут схемы. Очень круто. Я думаю, что она будет рада. Мелочь, а приятно. Ну и, собственно, вот, как этой пряжи, как закрывать петли. То есть, если вы хотите, то без проблем.
каждой упаковке идет такой журнал. Но это уже моя личная инициатива такое вкладывать. Вот. Обычно мне поставщики не дают такие журналы, но если я сильно прошу, то они делятся. Дальше давайте посмотрим. Это цвет 98. Вот 100% микрополиэстер. 100-граммовый моток, 9,2 метра. Ну, такая она. Я тоже ею не вязала, поэтому буду услышать ваши отзывы, рада очень. Вот такой цвет, 27-й, тоже такой красивый. Но она взяла, я говорю, сочетаемые цвета. То есть что-то... Ой, пряжа упала. Что-то интересное она, видать, будет делать. Я потом спрошу, что же это будет. 111 цвет. И сейчас еще один цвет вам покажу. И вот такой цвет. Красивый. То есть она, видите, все оттенки одинаковые взяла. 437. То есть я обязательно спрошу, что же у нее будет в итоге. Это вот у меня выпала пряжа. Это под проекты взяли у нас Рита Бейт. Напомню, ссылочку в Instagram оставлю на ее страничку под этим видео. Зайдете, посмотрите. Она организует совместник по кардигану «Звезды». Совместник будет платный, будет проходить в закрытой группе WhatsApp. Сроков у него не будет, как свяжете, так и свяжете. Из этой пряжи, потому что эта пряжа зарекомендовала себя как хорошую. Здесь идет на 100 грамм 460 метров. А состав здесь 95 акрила и 5 металлика. Но при этом ей нету сноса. Вот такой цвет. Это роза, это очень редкий цвет, нам повезло. А это 28 цвет, что она наконец-то появилась. Девчонки хапнули, потому что это такой ходовой цвет, и его всегда не хватает. И вот такой цвет, это ближе к пудре. Цвет это 404. Такие цвета красивые. Сама то вязать звездочки. Так, ну и пойдем с вами сейчас дальше. Ну, бусинку вы уже видели, я вам показывала. Это серия классическая от Camtex. Хлопок 90%, 10 вискозы, 110 метров на 50 грамм. Можно вязать и крючком, и спицами. 0,34 цвет. Спицы и крючок идут номер 3-4. Вот такой мы взяли цвет. Вот такой розовенький цвет. Это 0,57. Дальше идет голубой 0,24. Вот такой серебристый цвет, очень красивый, 008. И белый цвет, да, белый 205 цвет. Так, идем дальше. Вот такая пряжа у нас, это уже новая идет, то есть завтра, ну там ладно, посмотрим, может будем ее набирать. Это конопляная от Пехорки, я из нее еще не вязала. Здесь идет 50 грамм, 280 метров, 70 хлопка, 30 конопли. Можно вязать и крючком, и спицами. Так что, девочки, я жду ваши отзывы по этой пряже, кто уже из нее вязал, что вязали и как она вообще себя ведет. Что вы по ней вообще можете мне рассказать. Очень интересно, этот цвет 290, называется он клевер. Это идет мышонок, цвет 0,59. И цвет полынь, светлая полынь, 238. Вот такие вот цвета у меня. Ну, это Астория от Camtex. Вы ее тоже, я вам уже ее показывала. Можно связать себе крутую водолазку. 2×2, резинкой, полностью всю, в круг, с горлом и носить. 65 хлопка, 35 шерсти. Вот прям мечтаю я об этой водолазке, не могу. 180 метров на 50 грамм. Она, такая водолазка, будет обтягивать красиво грудь и при этом подчеркивать ее. Но это нужно на девчонок, которые прям такие куколки ходят. Поэтому еще не скоро я свяжу. Лама. Это идет Мухтар. Тоже производство... Фирма Лама, вот такая. Мухтар, это идет шерсть российского производства, серый цвет, 168.
Видите, тут какой интересный состав. Собачья шерсть 15%, шерсть обычная 45%, акрил 40%, 300 метров на 100 грамм. Спицы, крючки 3,5. При этом она абсолютно не колючая, но если у вас повышенная чувствительность, то вам она не подойдет. Далее идем. Вот такой цвет. Это у нас 169. Она идет только в натуральных цветах, ни в каких больше. Дальше вот такой цвет. Мне он тоже, кстати, нравится. Это 005. Кстати, надо маме сейчас позвонить, сказать, что у меня есть эта пряжа, остаются моточки, чтобы она взяла. 205 цвет белый. Потому что я помню, что она хотела. Далее вот такая пряжа. Это бэбика Тон Атланоса. Здесь 10 моточков по 50 грамм. 100% хлопок египетский идет. 50 грамм, 105 метров. Можно вязать крючком и спицами. Кстати, это модный цвет. Обратите на него внимание. Это у нас идет цвет. 903 цвет. Дальше идет вот такой цвет. Это Камтекс хлопок стрейч. В 50 граммах 160 метров, хлопок 98% и лайкра 2%, 0,26 цвет. Вот такая она прям летняя. Я из нее тоже не вязала. И вот такая пряжа туфи, это тоже Камтекс. Такая вот она красивая, тоже я не вязала из нее еще, но тактильно она мне понравилась. Здесь на 50 грамм 350 метров, состав 14 нейлона и 86 нейтрона. Так что, девочки, кто из нее вязал, тоже жду, что вы по ней скажете. Ну и покажу вам манго от Троицка. Вот такой цвет. Синий фаворит 50-93, 5 штук упаковки. Такая, мне понравилось. Название у нее, видите, манго. Здесь 90 акрила и 10 полиамида. 100 метров на 100 грамм. Плюс-минус 6 грамм. Такая интересная пряжа. Спицы, крючки. Прям можно что-то объемное повязать, интересное. В общем, все, девчонки. Я вам кучку мою показала. Смотрите, комментируйте, делайте выводы и делитесь, пожалуйста, что вы из нее вязали, мне очень интересно. Вот, ну а я прощаюсь с вами, до новых встреч. Всех обнимаю и целую. Пока-пока.